Итак, продолжение, вторая часть от первого видео. Лакшми Нарайна Дас, Леонид Тугутов, лекция. Нами руководит, всех нас объединяет. И когда мы попадаем сюда, в материальный мир, то мы оскверняемся этой концепцией аханкара, ложного эго, этим телесным сексуальным принципом. Из-за этого происходит вот эта трансформация. То есть мы оскверняем свою потенцию бхакти-шакти через телесные представления. То есть человек думает, что я есть эта материя. Если я есть эта материя, то этот материальный мир именно то место, где я должен находиться. То есть человек себя отождествляет с этим материальным миром, со своим телом и все, что связано с этой материей. Таким образом, он попадает под влияние Махамая Шакти, то есть иллюзорной энергии. Я вам давал пример, вот как Копперфильд. Вот он делает какие-то трюки, и люди, находящиеся в зале, все попадают под влияние вот этого чувства, что все так происходит. И никто не может понять, как это происходит. Вот точно так же люди в материальном мире, что-то происходит, они явно это видят, и они это принимают за чистую монету. Даже когда они узнают о том, что это неправда, но как это действует, они все равно не понимают. И вот практически люди делятся на несколько категорий. Одни принимают это за полностью за чистую монету, как реальность. То, что вот эти все фокусы, иллюзия. Почему называется фокусник иллюзионист? То есть создает иллюзию, то есть то, чего нет на самом деле. Вы видите чувства, глаза воспринимают, обоняние, осязание, все чувства воспринимают. Мозг воспринимает, интеллект, все воспринимает. А этого не существует на самом деле. Удивительно. И поскольку охватывается огромное количество чувств в этой иллюзии, некоторые люди принимают, что так и происходит. Другие повыше люди, они думают, нет, так не происходит, но я этого не могу понять, как так устроено, что я воспринимаю это, как будто бы это все реально. Другие люди какие-то части понимают, как это действует. Какие-то частично. Они понимают, что это такие виды иллюзий, вот они даже могут чуть-чуть доказывать. И последняя категория – те, кто очень хорошо осознает и не попадает под влияние этой иллюзии. Ну, такой частный пример скажу – смерть. Говорится, человек, который понимает очень хорошо процессы материального бытия, он никогда не скорбит ни о живых, ни о мертвых. То есть человек не скорбит по поводу тела. Ни своих близких, не скорбит по поводу своего собственного тела. Он воспринимает себя как духовная душа, которая попала в это материальное тело, но он не отождествляет себя с этими законами телесными. Поэтому, может быть, вы знаете, что люди продвинутые, духовные, они не рыдают, когда кто-то у них умирает или что-то происходит. Они так не воспринимают это. И со стороны людей, которые находятся в иллюзии, это выглядит такой черствостью. И говорят, ой, какое каменное сердце у него. Но это не каменное сердце, это определенный высокий уровень сознания. То есть сердце у него не каменное, он просто очень разумный человек, он понимает, как действуют эти... Это как примерно, если вы видите фокус, как женщину распиливают на сцене. И вы начинаете плакать, кричать, а кто-то сидит и хохочет. И вы говорите, боже мой, у него каменное сердце. А тот, кто пилит, так вообще каменное сердце у него. Но это фокус. Это фокус. Он понимает, как это устроено, поэтому так серьезно это не принимает. Но те люди, которые не понимают, что происходит, они могут начать рыдать, плакать, кричать, это убили прямо на наших глазах, распилили и все остальное. Точно так же и в этом материальном мире. Когда кто-то умирает, есть очень много людей, которые начинают рыдать, сокрушаться, всю жизнь они страдают, кто-то там у них повесился, кого-то убили. И не зная этих процессов, они очень серьезно сокрушаются. Практически вся их жизнь превращается в сплошное страдание. И это есть проявление невежества. Очень легко видеть невежд, как они реагируют на разные испытания, на страдания, на проблемы. То есть причиняемые природой, другими живыми существами и собственным умом и телом. И как они идут на поводу этих чувств. Что значит идти на поводу этих чувств? То есть представим, что предмет исчез, вот как вот на этом фокусе, и ум возбуждается, возбуждается интеллект, чувство воспринимает, что на самом деле нет предмета, и человек начинает каким-то образом действовать. То есть он в каких-то эмоциях начинает пребывать и начинает действовать. Хаотически, допустим, ему говорят, теперь найди эту вещь. И он начинает искать. Вы знаете, вот есть такой пример, как фокусники делают. Часы какие-нибудь дорогие у кого-нибудь берут, да, и ложат в мешочек, и потом камнями разбивают. И у человека проблемы. И потом мешочек так высыпают, и часы все разломанные. И человек начинает гневаться, кричать. То есть он попал под воздействие этой иллюзии. И когда он уже готов вам, кстати, нанести удар мощный в челюсть, вы говорите, а что у тебя там на руке? И он смотрит, а его часы на руке. И у него такое шоковое состояние, то есть он не знает, то ли вас благодарить, то ли вас обматерить, так сказать, за такой фокус. И он говорит, фу. А все вокруг аплодируют.
Вы понимаете, да, чем? То есть это означает попасть под влияние иллюзии, не понимая, как это действует, полностью начать на нее реагировать. Точно так же в материальном мире люди, не понимая законов материального мира, вот этих иллюзионистов, как это все делается, как эти смерть, переход из одного тела в другое, болезни какие-то, как эти влияют силы, люди начинают идти на поводу этой иллюзии и начинают реагировать на это. Вот так же, как этот человек, которому якобы сломали часы. Но часы его не сломали. Это ловкость рук. Это хитро так все сделано. Так и в материальном мире. Люди, не понимающие процессов, законов материального мира, когда кто-то у них умирает, они вот так же, как это, со сломанными часами начинают реагировать. Они сокрушаются, не видя этих законов. Как это происходит? Таким образом, как правило, 99% людей, пребывая в невежестве, воюют, воруют. То есть все вот те пороки, которые мы видим в мире, они связаны с непониманием своего положения в этом материальном мире. Люди стремятся к власти, друг друга подсиживают, что-то пытаются друг друга посадить, подсунуть. Идет постоянная борьба в этой иллюзии. И люди, находясь в этой иллюзии, даже не осознают, что они не таковы. И вот как раз бхакти-йога, почему, если вы помните, я рассказывал вам, что это называется царь всего знания. Как раз ведическая литература объясняет положение живых существ на разных этапах осквернения и также на разных этапах очищения. Но на самом деле, само по себе живое существо, оно всегда совершенно. Но в зависимости от этих покрытий, оно отождествляет себя с разными видами покрытий, поэтому оно страдает. Есть такой стих в Бхагавад-гите, где Кришна говорит Арджуне: «Счастье и горе, и их должное исчезновение в должный срок, подобны смене зимы и лету. Они рождаются лишь из чувственного восприятия, о сын Притхи. Поэтому человек должен научиться действовать так, чтобы эти перемены его не беспокоили». Что это означает? То есть человек должен понять эти процессы, что они отличны от него, эти процессы, и они действуют только на его чувства. И он не должен быть таким глупым, чтобы все воспринимать через чувственный опыт, потому что чувства они обманывают, так же, как вот с этими часами. На уровне чувств он так воспринял, что часы разбили, сломали, и эти чувства подтолкнули на гнев, на все остальное, на всякие глупые поступки. И даже когда он увидел, что все в порядке, он очень долго не может отойти. И потом, когда он отходит, он думает: о, какое счастье, часы мои остались. Смотрите, тут же он горе испытал, и тут же счастье. Но кто смотрит со стороны, он видит, что не было ни горя, и не было чего? Счастья. Все оставалось по-прежнему. Просто был создан вид иллюзии, в котором человек пережил две противоположные эмоции, да? Горе и счастье. Что же такое счастье? Он что, получил новые часы или вторые? Смотрите, удивительный момент. Поэтому ведическая литература объясняет: счастья в материальном мире нету. И то, что люди, все живые существа от высшей планеты до низшей планеты называют счастьем, это лишь ослабление их страданий. Ослабление их страданий. То есть, когда человек очень сильно страдает, вы ему на какой-то процент сбавляете этих страданий, и он говорит: вот это счастье. Вот это и есть счастье. Но на самом деле никто никогда в этом материальном мире счастья не испытывает. И вот это состояние счастья, оно точно такое же иллюзорное, как вот этот человек, который получил обратно же свои часы, он очень счастлив. Очень счастлив. Но ничего на самом деле не изменилось. И его несчастье было иллюзией, и вот это состояние радости точно так же является иллюзией. Итак, я думаю, в общем, вы поняли, как устроено все здесь, в материальном мире. Как вот, помните, я давал пример, как вот очки взять. Будет часть третья подобной лекции, потому что там будет тоже очень интересная вещь сказана, естественно. И я надеюсь, что это знаково. Я решила это делать в Пасху. Я просто хочу, чтобы больше людей стали осознанными. Благодарю вас за просмотр. Если вы хотите попасть на мою оздоровительную программу, которая называется «Vita Catharsis», моя программа, меня зовут Екатерина, ссылка в шапке профиля. Всех благ!